Сегодня в администрации главы Коми чествовали медиков. Лучшим специалистам региона вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Коми. А это главврачи и заведующие поликлиниками, узкие специалисты, медсестры, без малого 50 человек. Они работают в республиканских и районных учреждениях. Торжество приурочили ко дню медицинского работника. Награды вручал лично Владимир Уйба. Все, кто выбрал для себя профессию медицинского работника, один раз и навсегда сделали исторический шаг навстречу очень сложной, очень важной и очень трудной профессии. Профессии, которая призвана сохранить самое главное для человека – это жизнь и его здоровье. И точно совершенно это особое призвание, особая миссия служения человеку. Глава Коми отметил, что сейчас в регионе работают высококлассные специалисты, врачи и средний медперсонал, что высоко оценивается на федеральном уровне.